Первокурсники 4 высших учебных заведений региона показали свои таланты. В Уральске прошел ежегодный областной фестиваль студенческой самодеятельности «Жанна Толкан». Студенты представили на сур-жюри вокальные и хореографические номера, а также юмористические сценки. Актовый зал ДК молодежи собрал самых активных и смелых ребят. Приуроченный ко Всемирному дню студентов, областной фестиваль стал звездным шансом для талантливых студентов 4 вузов Уральска. Они представили свои университеты и показали высокую творческую планку и на все 100 раскрыли свой потенциал. Альянс студентов города Уральск при поддержке управления по вопросам молодежной политики организует «Жанна Толкан 2019». Это областной фестиваль первокурсников именно высшее учебное заведение. У нас в области есть 4 вуза. Среди первокурсников организуем именно такой масштабный творческий фестиваль, именно посвященный ко дню студентам. Основная задача этого, получается, миссия этого фестиваля – это найти творческую молодежь, объединить их, найти между ними диалог. В программе областного фестиваля «Жанна Толкан» студенты вузов представили свои лучшие номера в вокальном, танцевальном, театральном направлении по 9 номинациям. В конкурсный день зрители и жюри увидели номера, представившие все жанры творчества. Судьям предстояла сложная задача – выбрать лучших. Одним из первых свои номера показала студенческая молодежь Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова. Казахстан мемлекеттік университетінде. Мы как участники областного фестиваля «Жанна Толкан», учащиеся в Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Утемисова, хорошо подготовились. 15 дней каждый день репетировали свои номера, волновались. Считаю, что мы справились со всеми задачами, поставленными перед нами. Но судить будут справедливые жюри. Кульминацией фестиваля стал концерт, который подарил море позитивных и радостных эмоций участникам и гостям мероприятия. Альбина Кумургалиева, Алтынбек Тынышкалиев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.